Итак, всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин ToCamp и видеообзор колес для лодки ПВХ, модель ТК-200H. H — это значит, что они выполнены полностью из нержавейки. Вот корпус. Идут они вот в такой удобной коробочке для транспортировки. Поставляются они в разобранном виде. Ну и сейчас посмотрим, как это все выглядит, как это все собирается и что, куда и зачем. Итак, у нас есть нога, сваренная сюда, получается, втулкой, осью. Вот, пружинный механизм для фиксации. Механизм достаточно жесткий, поэтому пружина прослужит долгое время, даже если со временем она немножко ослабнет. Профиль у нас идет 30 мм. Колеса у нас идут, как видите, без подшипников. Просто втулка, диаметр втулки, если не ошибаюсь, 20 миллиметров, да. Диаметр колес у нас получается 42, ну и толщина, как обычно у всех колес данного типа, порядка 80-85 миллиметров. Колеса идут пневматические, то есть накачиваете их самостоятельно. Итак, что у нас еще есть в комплектации? Есть пластиковые втулки, шайба и кольцо для фиксации, получается. Надеваем втулку, устанавливаем кольцо, ставим шайбу и при помощи шплинта уже спокойно это все шплинтуем, и колесо у вас на месте. Ничего сложного. Так, дальше еще немножко по размерам. А, ну вот непосредственно сам кронштейн, который крепится у нас на транец лодки, он фиксирует у нас колеса в верхнем или нижнем положении. Фиксируется достаточно легко. Полностью крепеж также выполнен из нержавейки. Вот. Немножко о размерах. Изгиб начинается у нас, я буду мерить от нижнего болта, то есть вот от этого болта на центра, вот, до изгиба у нас получается 23 сантиметра, до оси колеса получается 36 сантиметров, до самого колеса получается 20 сантиметров, но это по диагонали, то есть если мы возьмем по прямой, где-то 19 сантиметров у нас получается до колеса, то есть от нижнего болта до колеса. Какие еще вопросы? В принципе, ну, расстояние по центрам болтов также 7 сантиметров, как и на всех колесах данного типа от этого производителя. Производитель Клемер. Для на эти кронштейны при необходимости также можно установить при снятых колесах крепеж датчика эхолота. С внутренней стороны вы можете заказать, также у нас получается есть крепеж для спиннингов на две стороны. Вот они комплектами продаются, то есть не нужно будет сверлить дополнительных отверстий. Вот, ссылочки вы сможете найти в описании к видео. Вот, и на весь товар Клемера вы можете также найти ссылку в конце видео, либо на нашем сайте в разделе «Аксессуары для лодок ПВХ». Вот. Итак, понравились данные колеса. Модель называется ТК-200H. Вот. Оставляйте заявку. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Если будут вопросы, я постараюсь на них ответить. Вот. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.